Ну вот сейчас я вышел к более интересным местам. Там регулярный парк. Сейчас вам откроется вид. Действительно, как улица Архангельская. Подпорная стена, которая как бы граничит уровней парка. Откроется красота, действительно великолепие парка, можно только представить, как королевские особы сюда приезжали и играли в какие-то игры или устраивали застолья на свежем воздухе. Вот она. Теплое время года открываются скульптуры. Я был осенью, они были все закрыты фанерными защитными чехлами. И таких пространств здесь очень много. Выкошенные просто газоны, ухоженные, красивые, как говорится, есть где разгуляться. А в конце мы видим здание, которое уже принадлежит Министерству обороны. Там располагаются госпитали. Только смотреть, наслаждаться. Здравствуй, Лев. Что тут говорится? Поехали дальше.